Так, вот собранная люстра выглядит вот так. У вас она придет отдельно, будет вот эта часть и отдельно все рожки. На одном рожке крупные подвески будут висеть, чтобы было понятно, как собирать. А на остальных только мелкие вот эти вот подвесочки. А шарики отдельно лежат. Между ними вот это делаете, вот это делаете. Вот она вот так идет отсюда, вот сюда. И это на перекресток. Вот, рожки прикручиваются вот сюда. Чашечку откручиваете и закручиваете. Мелкие, еще раз скажу, все висят. Подключается... Люстра, рожки подключаются следующим образом. Там идет вот с середки идет провод, и он расходится на три провода. С каждого рожка уходит два провода. Вот, и получается, что к одной фазе подключаете по одному проводу, вот так через рожок, к второй фазе по второму проводу, тоже через рожок. А с, ну, это по одному проводу с рожка. А с каждого рожка идет на третью фазу. На третью фазу с каждого рожка. Но я вам схему еще отдельно пришлю. Там, наверное, будет понятнее, чем на словах.